Театр оперы и балета 7 и 8 февраля приглашает зрителей на балет «Зимние грезы». Начало в 19 часов. В субботу можно посетить концерт «Музыка для вас» в Доме Смышляева. Начало в 16 часов. В воскресенье днем в Театре оперы и балета симфонический концерт для детей. Начало в 12 часов. Театр в субботу покажет спектакль «Беспреданница», а в воскресенье постановку «Одиссея». Начало спектакля в 18 часов. Сцена «Молот» ждет зрителей в 20 часов. 7 февраля в афише «Тарантино Шейк», 8 февраля «Свадьба». Театр у моста в эти выходные приглашает на ночь Святого Валентина. Начало спектаклей в субботу в 18 часов, в воскресенье в 14 и 18 часов. В Тюзе в субботу «Емелина счастье», в воскресенье «Елена премудрая». Начало спектаклей в 11, в 13.30 и в 16 часов. Афиша театра «Кукол» 7 февраля в 11 и в 13.30 «Ах, красная шапочка», в 16 и 18 часов «Сказки с чемоданом». 8 февраля в 11 и в 13.30 «38 попугаев», в 16 и 18 часов «Принцесса на горошине». О других культурных мероприятиях. В воскресенье в органном зале Пермской краевой филармонии премьера музыкального спектакля для детей. «Сказка про Иванушку-дурачка». Начало в 12 и в 15 часов. 8 февраля Дом народного творчества «Губерния» знакомит с коми-пермяцкой национальной культурой. В программе фотовыставка, музыкально-хореографический концерт, документальный фильм о женщинах-песенницах из деревни Куракасинского района. Начало этнокультурного перформанса в 18 часов. Спортивные события. 8 февраля в Перми состоится массовая гонка «Лыжня России». Места проведения – биатлонный комплекс «Пермские медведи», улица «Спортивная 1», микрорайон «Запруд» и лыжная база «Динамо», улица «Самаркандская 2». Начало официальной церемонии открытия в 11 часов. Старт первого забега в 11.30. 7 февраля хоккейный матч «Молот-Пермь», «Спутник», «Нижний Тагил». Место встречи – УДС «Молот», улица Лебедева, 13. Начало игры в 17 часов. В субботу в хоккей будут играть и дети. Состоится открытое первенство индустриального района Перми по хоккею среди мальчиков 2004, 2005 и 2006, 2007 годов рождения. Место проведения турнира – лицей номер 3, улица архитектора Свиязева, 17.